Сегодня, в этот день, мини-трактор.ук отгружает технику Dongfeng 404. Будет оснащен челюстным погрузчиком, значит, также к нему приобрели щетку, лопату, отвал, лопата-отвал, бур, косилку, наверное, будет использоваться для коммунальных услуг. То есть какое-то предприятие приобрело его только что, расчет произвели здесь непосредственно, и уже как бы трактор грузится на установку челюстного погрузчика. Видимо, ручной тормоз не включили, но такое тоже бывает. Продолжаем сегодня работать в карантин. Отгружаем трактор Dongfeng 404 с кабиной. 40-сильный трактор с 4-цилиндровым двигателем. На трактор заказали челюстной погрузчик с джойстиком-манипулятором. Также заказали на него щетку и отвал, косилку и бур. Трактор, вероятнее всего, будет использоваться в коммунальном предприятии. Каждый день мы производим отгрузки, каждый день мы делаем спецзаказы и устанавливаем необходимую навесное оборудование по вашему специальному заказу. Техника будет уже сегодня доставлена своему покупателю после того, как установят на него челюстной погрузчик. Челюстной погрузчик изготавливается индивидуально под заказ, под определенный трактор, по предпочтению покупателя, по его вкусу и по его надобности в использовании. Мини-трактор.ук. Всем до свидания. Мы видим, что постоянно что-то, движение происходит, и привозят трактора, также их увозят каждый день. Значит, говорит о том, что мы очень вас ждем, мы ждем ваших звонков,